І от що я вам хочу сказати, мені як справжній жінці взагалі дуже-дуже подобаються квіти. Ну, не може бути інакше, зрозумійте. І в оселі своїй я їх люблю, так, щоб вони стояли десь, прикрашали інтер'єр, взагалі підійти, відчути цей аромат. Але ще більше мені подобається, коли я гуляю містом і бачу, що воно зелене, красиве, квітуче. Але ж не все так просто, хтось має цим займатися. І от сьогодні у нас у гостях людина Ольга Джар, це засновниця громадського об'єднання, правильно? Київ квітучий. Боже, яка гарна назва. Так, доброго ранку. Добре утро. Так, давайте почнемо з того, що Київ квітучий. Який це Київ квітучий, чим займається організація? Наша організація, ее можно назвать платформой для озеленения Киева, для того, чтобы было больше кислорода, было больше деревьев, зелени, чтобы, гуляя по парку, как вы сказали, было приятно, комфортно дышать и с детьми бегать, играть. То есть вот хочется сделать наш город, он и так красивый, но нет предела совершенству, и, конечно, хочется улучшить настолько, насколько мы можем. И насколько это вдається? Мы молодые еще, скажем так, зеленые сами по себе, но с большими амбициями и искренним желанием это сделать. Мы сделали уже несколько высадок в разных районах Киева. Они небольшие были, так как мы потихоньку набираем обороты для высадок. Это были и деревья, и кусты, то есть по запросам, по, скажем так, району, по месту, по локации. На данный момент у нас были тоже грандиозные планы, но, как мы все знаем из-за ситуации во всем мире, немножко мы приостановили это действие движения, оно в подвешенном состоянии, но я очень рада тому, что оно не остановилось и не исчезло, все равно люди хотят, верят и искренне желают это сделать, поэтому пока это в подвешенном состоянии, ждем. До речи, хочется запитати, как люди сприйняли организацию, потому что я знаю, что зараз в Киеве, ну, що треба висаджувати, треба озеленювати, бо ми ж столиця. Не то, что это нужно, это, ну, хотя да, вы правы, это нужно везде и повсюду. И мне очень искренне импонирует и нравится то, что люди это делают даже сами. У себя возле домов делают клумбы, озеленяют скверы, чтобы им было, им же самим было там гулять. Конечно. И, как я уже говорила, Киев квітучий – это платформа для того, чтобы помогать людям, зеленстрою, всем высаживать и, скажем так, наверное, нехорошая, некрасивая фраза, но это такие собирать деньги на то, чтобы были высажены больше степени деревья. От, слухай, до речі, про збирати гроші. Розвій стереотип. От у нас, дивись, в Україні, там в Києві загалом, так, вважають, коли збирають гроші, то вони не йдуть за призначенням, а йдуть там кудись у конвертах. От розвій цей стереотип. Ну, конвертов у нас нету, у нас є расчетный счет, который прозрачный, он существует, туда переходят деньги, и оттуда уже покупаются деньги на, господи, выделяются деньги, покупаются деревья или цветы. Тобто или кожна кусты. Квіточка порахована, кожна квіточка до копеечки. Но, если честно, мы решили делать больше акцент не на цветы, а на деревья. Да. Почему? Цветы – это всегда красиво, на самом деле, я их сама очень люблю, но цветы, они нас радуют только летом, и они не дают кислорода. А деревья – это многолетние, это навсегда, скажем так, и они дают кислород, то, чем мы потом можем дышать, а не видеть в айфонах то, что у нас загазовано или плохой воздух. Поэтому мы решили делать акцент на елках, деревьях. Конечно же, цветы, например, мы сделали, мы высадили розы в ботсаду Фомина в том году, боже мой, или в позатом, если честно, ребят, не буду обманывать, уже запуталась. Потому что мы поговорили с директором ботсада, и она сказала, она попросила, сказала, что им вот для их коллекции не хватает таких роз. Поэтому мы их нашли, купили и высадили. Почему там? Я понимаю, что это находится под охраной, что оно находится под наблюдением и под уходом. И я могу быть уверена, как и все люди, которые это все делали и видели, что никуда не денется и не умрет, не исчезнет. Я не могу не спитати. Давай. Коли настав той момент, що ти зрозуміла, що будеш створювати Київ квітучий? Як прийшло це натхнення? Розкажу. Очень люблю путешествовать, наверное, как и все люди. И мой, гуляя с детьми и с мужем по городу, говорю, боже мой, ну хочется, чтобы было еще больше парков, чтобы было больше зелени. Ну вот почему здесь нету и здесь нету? И муж говорит, Оль, ну хватит разговаривать, ну возьми и сделай. Класс. И я как-то так думаю,
Ну хорошо, потом нужна команда, потому что сама, естественно, я, конечно, много могу везде успеть, потому что рано встаю, но без команды, еще мой отец говорил, ты никуда далеко не дойдешь. Поэтому я нашла девочек, мы пока небольшая команда, которые в это очень сильно верят и хотят, и помогают. И мы сели, начали брейнштормить, и вот так вот у нас родилось. Якщо ми говоримо про дерева, так, ви висаджуєте їх переважно з маленьких деревець саджанців, чи це вже дорослі дерева за цією технологією? Так як ми працюємо сообща з Зеленстроєм, ми для себе вирішили з нашою командою, що це буде дуже важливий пункт для того, щоб потім дерева, які посаджені, вони переходили на баланс, і Зеленстрой за ними ухажував. Вони нам дуже допомагають, я їм безумно благодарна за це. Тобто є співпраця і комунікація, да, так? Так, да, так. Да. У них є свої правила, которые мы очень уважаем, и у них есть нормы и деревьев, которые должны быть высажены. Рост, высота, размер кома, то есть все-все-все, и это зачастую уже зрелые, большие, взрослые деревья или елки, а не маленькие саженцы. Для того, чтобы они и быстрее, лучше прижились. И ну и тому, что коли саджають ці маленькі саджанці, є ризик того, що дерево пропаде, так захворіє, і гроші підуть в нікуди. Якщо вже доросле, гарантія того, що воно буде рости, якщо намного більше. Ніхто не може дати 100% гарантії, тому що це живий організм, який може не прижитися. Ну, всякое може бути, но але ж доросле дерево вимагає намного більше. Да, ви праві, тут повністю цілком. Слухай, ну я знаю, що одне з гасел вашої організації – не купляйте зрублені дерева, купляйте у горщиках. Це щоб потім було зручніше пересаджувати. Да, ми зробили перед Новым годом такую акцию новогоднюю елок, потому что все всегда хотят, ну, большинство, давайте не будем говорить за всех, большинство хотят слышать перед Новым годом запах елки. Это как и запах мандарин, сразу чувство Нового года так, всегда не есть. Не трошечки. Ну, немножко не то, согласна, но для украшения деревья, то, конечно, штучное намного легче украшать, вешать на него игрушки. Но так как очень много деревьев после праздников мы видим, едем по городу и видим, что их просто выкидывают, выносят, так как многие люди даже не знают, куда их девать. А навіть у пункти переробки, хоча їх відкривають у кожному районі, і це розголошується, доноситься ця інформація. Тим паче, люди не дуже поспішають їх здавати. До речі, от на вашу думку, чому так? Це трошечки ще така несвідомість. Может быть, не все люди еще знают, потому что до этого года, если честно, пока не углубилась в эти все моменты, я тоже не знала. Не знала, так? Що я не знала о таких пунктах. Только в этом году я и по радио слышала, что они есть. И поэтому мы решили, придумали такое, что мы можем клиенту привезти в горшке дерево. Це взагалі найкращий варіант. Да, она стоит, радует запахом, все. Потом мы забираем, когда человек сказал, что уже все, не хочу, уже все, праздник закончился. А елки выжидают момента потепления, чтобы земля была готова к высадке, и высаживаем эти елки в скверах, парках. Тобто, наскільки я розумію, людина за власний кошт купує ялинку у горщику на Новий рік, на свята, ця ялинка у них живе, так, святкує разом з ними, так, в себе вбирає оці святкові емоції, всі прекрасні. А потім ви приїжджаєте і забираєте, і висаджуєте десь у парку. Ми привозимо, потім забираємо, тобто для того, щоб чоловік ні о чому не переживав і не думав. Слухайте, це, можливо, моя ялинка десь потім буде десь у парку, а я буду гуляти і впізнаю її. О, це моя. Ну, по крайней мере, мы потом об этом говорим, где будут высаживаться елки. Если людям интересно, они могут присоединиться, помочь, прийти или просто поддержать, или посмотреть. А еще было бы круто, как бы там была такая табличка. Ця ялинка належить там имена, знаете, чтобы людина не Это у нас немножко по-другому есть. У нас есть сертификаты именные на покупку именных деревьев, которые вот сейчас мы уже пустили в продажу. Нам выделили, опять же, Зеленстрой нам выделил локацию парк Позняки возле озера, красивенная локация, очень красивое место. Ты прям біля мого будинку. Серьезно? О, кабина далеко. Так. Вот, и дали перечень деревьев, которые можно там высаживать. Мы с командой подумали и решили, что на данный момент это будет цветущее дерево яблони. Класс. И поэтому вот сейчас у нас есть в продаже такие семенные сертификаты. Я знаешь, про что я хочу еще запитати? Як
звичайні українці можуть бути корисними організації «Київ-Квіточина». Ну, тобто якісь поради, як правильно, можливо, купувати, чи що саме потрібно купувати, щоб можна було потім робити краще. На самом деле, помощь может быть во всем. Uh-huh. Если мы говорим о том, скажем так, без чего сейчас никто не может жить, это соцсети, да. Это могут быть и интересные статьи, и репосты, потому что мы тоже учимся и находим много интересного и для себя, как с Европы, так и у нас очень много также организаций, которые этим занимаются. То до высадки дома, может быть, растений каких-то, потому что дома все равно хочется свежий воздух. Правда. И все. Также любая сумма, которую человек может перечислить, которую он захочет, посчитает нужным или будет возможность, любая сумма очень, скажем так, важна в этом деле в дальнейшем для высадки. Волонтером можно побыть, конечно, у вас? Да. Так, можно быть сделать. Волонтерами однозначно. У нас есть Зеленстрой, но это никто не говорит о том, что люди, если хотят, мы всегда говорим, где будут высадки, и когда это будет уже можно. Конечно, мы всех ради бачити і за любую допомогу. Ну, це такий, знаєш, сімейного формату пікнічок. І дерева посадили, і класно провели час. І це у нас в планах теж є. Клас! Не треба розказувати все. Ще дозвілля. Я просто проникся цією ідеєю, розумієш? Так. Я от просто навіть коли по паркам ходжу, от реально кайф, коли є дерева, проте хочеться зробити все одно Київ кращим. Всегда нет, опять же, предела совершенства. Он у нас красивый, много всего так. делается, и это очень круто, но хочется еще, еще, еще. Так. Більше і більше. Да. Розкажи про плани на майбутнє. Планов у нас очень много на самом деле. Сейчас, я же, как уже сказала, мы в такой зоне ожидания, но у нас есть большая локация на Дружбу народов. Угу. Она настолько, ну, она на самом деле амбициозная, наверное, объемная, но хочется ее сделать красивой. Мы взяли эту локацию на сезон, чтобы потихоньку, если мы не сможем ее осилить целиком, то хотя бы потихоньку ее засаживать, скажем так. А это и аллея, и в то же время там и машины ездят. У нас очень большие планы на лето, когда будет тепло. Это вот то, что вы сказали, и пикник с субботниками в парках, и разные йоги, спорт. И, ну, для того, чтобы не разглашать все, зберігати можна підписатися на Київ Квітучий, так. І все там буде видно. Так, я зрозумів. Я зрозумів. Заходьте на сторінку, так, да. Сайт громадської організації «Київ Квітучий», Facebook-сторінка є, да. Там буде уся інформація, слідкуйте, приєднуйтесь, тому що саме коли ми об'єднуємося для чогось хорошого, благородного, для себе, для власного міста, де ми живемо, це найкраще. Це правда. Є ще таке одне питання. От ми з Катю, коли до нас приходять там громадські діячі, знаєш, там спортсмени, ну, творчі особистості. Розкажи мені, будь ласка, про найможливо наймиліший випадок, коли там вам принесли дерево або якась там волонтерська пожертва була. От що найбільше тебе вразило, і ти після цього сказала: "Так, я вірю в людей, я вірю в свою справу ще більше"? Якщо чесно, я з дитинства вірила в людей, і завжди їм як-то мені попадались по жизни хорошие люди, конечно, не без исключений. Зачем тут врать? Жаль. Да, естественно, так. Всякое бывает, иногда и сами виноваты, но это такое. Что было? Ну вот для меня мы сделали один раз на базе магазина FDL в центре, мы сделали обмен растениями. Я никогда не знала, что такое можно, но девочки из моей команды мне это рассказали, идея мне понравилась. В чем заключается? Мы ее будем повторять, кстати, скоро. В чем заключается? У вас, например, есть растение, которое или вы рассаду высаживаете, или что, или он умирает, например, тяжелая рука, вы не можете дальше за ним ухаживать, вы можете принести растение и взять растение другого человека, которое он принес. Класс. И пришла одна бабушка с двумя растениями, которая просто говорит: это мои маленькие детки, я хочу, чтобы они попали в хорошие семьи. Боже, как это мило. Мы стали с командой и такие... Супер, и нам захотелось сразу же ей что-то подарить взамен, потому что от нее чувствовалось такое добро, что бабушка взяла, принесла это с дома, с квартиры, и это было очень мило. Наверное, это запомнилось у меня в памяти, потому что это взрослый человек, который прошел многое в своей жизни, и у нее осталась вот эта вот доброта к людям и желание, чтобы у человека, незнакомого абсолютно ей, в доме, в квартире была вот такая вот красота стояла. Це неймовірно. Для меня это было прям вот до мурашек по коже.
то мене правда, навіть зараз. Правда, надзвичайно вражає. Ольга, ще на завершення ви можете звернутися до глядачів, щоб закликати їх на ваші добрі справи щось зробити. Не вмію я цього робити, але просто хочу сказати, що якщо кожен чоловік хоче допомогти, то это возможно всегда. Главное это захотеть и верить, а мы в этом поможем. Поэтому хорошего дня, и с этим все будет связано. А я думаю, що ви вже хочете, не можна не хотіти зробити щось круто, класно для себе і для тих, з ким ви живете, як на одній планеті, як на одній сім'ї. Взагалі, уявіть, що ваше місто – це ваша квартира, так? І усі там близькі люди вам. Так, у нас була у гостях Ольга Джарте, засновниця громадського об'єднання «Київ квітучий». Говорили про озеленення міста і як ви своїми власними вчинками можете цьому допомогти. Друзі, от саме час зараз, якщо не хочете отримати подушку від Каті Терещенко, підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут медіа». Підписуйтесь, а якщо не поставите дзвіночок, то і ось це в вас полетить, і ось це в вас полетить. Дивіться мені.